Так, ну сейчас я немножко пострелял, пристреливал, потому что, как я говорил, я разбирал. Сейчас померим расстояние до мишени. Чтобы более точно знать, какое расстояние мы стреляем. Кстати, прибор показывает наличие высоковольтных линий, наверное, вот без дальних. Не знаю, зачем это сделано, непонятно. Так, ну, в общем, расстояние получается сейчас на белый круг. Короче, 50 метров будем считать, или 60, как угодно. Сильный ветер, очень сильный ветер. По поводу боеприпаса я уже как-то снимал. Значит, почему ругались на Сайгу изначально? Потому что вот этот боеприпас, и который сейчас, смотрите за вальцовку. Завальцовка разная. Упирался кромкой и не заходил в патроник, собственно говоря. Приходилось дорабатывать. Потом пошли уже довальцованные стальные гильзы. Ну и сейчас латунь идет, тоже завальцованная. Изначально были проблемы. Собственно, это все дорабатывалось, и Сайга работала как положено. Видите, разница какая. В принципе, вот сколько, я не знаю, сколько лет, ни разу не подводила. То есть безотказно совершенно. И с этим патроном, и с этим, с любой гильзой. То есть можно было немножко доработать Сайгу, и она начинала стрелять безотказно. Так, ну что, давайте попробуем пострелять с 50 или 60 метров. Я уж не знаю, так, камеру проверяем. Камера стоит нормально. Давайте глянем. По-моему, 10 в магазине, один уже дослан. Так, давайте посмотрим, что у нас получится. Целюсь по центру формата А4. Подсвечивает, с другой стороны небольшие блики. Заметьте, сильно не выцеливал, то есть стрелял, как стреляется. Давайте посмотрим, что получилось. Так, идем к мишени. Ну, зря камеру включил, конечно. Лишнее это все. Позиция, мишень. То, что, ну, мы сейчас посчитаем, что у нас пришло, что не пришло. Так, давайте посмотрим. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. Вот этот вот, наверное, 9. Ну и где-то, наверное, 10. Или тут 2. Вот тут 2, наверное, все-таки. Ну вот как-то так. 60 или 50 метров
как угодно. Целился по середочке где-то сюда. Очень сильный ветер, еще раз говорю, качает, все качает. И стенд качает, и, собственно, сам ствол качает. Вот, и скорость пули не такая высокая, тоже может немножечко поддуваться. Вот, в принципе, если лежать и выцеливаться, то я думаю, что будет намного покучнее. Все, спасибо.